У учеников 5-й школы Лангепаса появился собственный туристический клуб «Алгаль». Светлана Крамаренко – одна из первых, кто решила в нем заниматься. Говорит, что здесь она получает не только полезные знания о пешем туризме, но и заряд положительной энергии, которого хватает надолго. Здесь мы узнаем много нового, как лазить, например. Я здесь научилась, как джумаром лазить. Остальное, ну, я знала, в принципе. В туристическом клубе «Алгаль» занимаются 25 человек. Это ученики 3-х и 4-х классов. И все благодаря коллективу педагогов 5-й школы, которые выиграли грант в номинации «Спорт» конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». На полученные средства будет приобретено необходимое снаряжение. Для подготовки первого класса дистанции, в принципе, у нас оборудования хватало. Это системы навесные, страховочные, карабины, усы, веревки различных диаметров и длины. У нас в городе проводятся соревнования городские, открытые по пешему туризму, чтобы мы активно принимали в них участие. Вот. А для детей как раз среднего и старшего возраста, это второй, третий, четвертый класс дистанции, вот нам как раз необходимо было оборудование. Благодаря деятельности клуба «Алгаль» ученики 5-й школы приобретают умения и навыки по спортивному ориентированию, топографии, краеведению, установке палаток и походной жизни. Мы тут занимаемся физкультурой и проходим всякие испытания. И научились мы тут собирать палатку. Поначалу я даже не умела одевать систему, надевать шлем, пользоваться приспособлениями. А нас научил этому наш учитель Александр Владимирович. Мы научились здесь очень многому. Мне нравится трасса, она называется «Маятник». Там надо стегнуться и качаться, как маятник. В планах школьников и их наставников применение полученных знаний в реальной жизни и победы в различных городских конкурсах. Валерия Ружицкая, Тимур Сигангиров, «Наши города».